Начинаем наш день с завтрака. Уже всех провели с Григорием. У нас сегодня яичницу со сметаной. И у Гриши тоже. Доброе утро, сынок. Причем Гриша вот так вот выедает белок, а кружочек от желтка остается, да? А почему? Так, сейчас будем доставать кастрюльку, чтобы варить вареники. Я буду ставить воду. Где-то тут еще крышечка. И сегодня на обед будут вареники с картошкой. Ну, не знаю, как лучше складывать крышки, чтобы было в порядке. Но у меня вот так вот кастрюльки друг на друга. И здесь впереди крышки. Так, вода на варенички. И вот лучок. Вареники будут. Мы учим уроки, как всегда. Английский уже сделали. Математику вчера. Сегодня нам мы читаем Снегурочку. И почему нужно озаглавить части там. Да, каждую часть. Вот же уже готовые прянички. Папе нам. Угу. А, так, все, упаковываю я прянички. Собрала коробки, они разборные, поэтому их очень удобно вести. Так, у нас сегодня в гостях Зоя Степановна. Да? Девочка, девочка, как тебя зовут? Зоечка с прической сразу тете Вере показала, да, Зоя? Да что, тетя Вера без прически не пускает. Так, что мы будем смотреть? Заюнь, что будем смотреть? Лунтика. Лунтика? Да. Про Новый год? Или про что, Зой? Он в шубке, да? Он в шубе. Видишь, в какой шубе? Зой, иди ко мне. Зоечка, а кто такие фиксики? Большой-большой секрет? Да. Фиксики. Да. Начинается? Лунтика мы уже посмотрели, да? Утюги, моторы, телефоны, MP3, разные приборы. Так, наша работа на сегодня. Зоя распсиховалась, дедушка ее не взял. А сколько ж там уже тепло, потеплело или мороз еще? Не, мороза не было. Видите просто, что она, наверное, сейчас... А Зоя сказали, нельзя на улицу, она расплакалась, да? Я вот к папе. К папе, ну сейчас поедем к папе. Давай только петрушку посчитаем, хорошо? Нет, я поехать к папе хочу. Сама? Да. А на чем ты поедешь, расскажи. Я сама поеду на машине. Ты умеешь? Да, ногами толкать. Ногами толкать? А машину красную принести. Да, она еще холодная. Давай, все удачно. Счастливо. Удачно подстригся. Пока. Пока, Зоечка, я тебя люблю. Удачно подписывай. Угу. Да. Все, я еду на стрижку. Посмотрим, какое у меня будет настроение. У меня все зависит от настроения. Сейчас думаю одно, а как приеду, может, вообще все передумаю. Так, я приехала. Пойду вот в эти вот красивые люди. Раньше это называлось Надежда. Для меня это была Надежда, но лучшая. Да. Ну как вам новая мамина прическа? Мама. Тебе нравится? Тебя подстригну. Ага. А что это челка тут? Челка? Да. Да, с челкой теперь я. Как тебе, Антон? Ну что там, что-то прыскнули, от чего у тебя пчелка? Челка! А где ты их взял? Подарок!
Сына! Мама тебе потом эту челку подстригут? Не, я так буду ходить. Ну, потом. Ну, потом, да. Ты... А когда меня будут подстригать? Ну и тебе когда-то будут. Сына. Да, вот с вами парикмахер. Угу. А мы отобьем на то, как она маме вот так. Да? Да. И я сейчас тоже еду. Мы же сейчас же едем поздравлять девушку Сашу. Подарим ему какую-то очень интересную штуку. Не знаю, потом посмотрим. Ты будешь дарить? Да. Хорошо. Два, а завтра? Ну, сейчас вот минус один, да? Оказывается. Едем, ну, сейчас это серьезно, да? Тепло. О, а раньше это там... А дети пошли с Сережей в магазин выбрать дедушке что-нибудь от себя. Какие-нибудь сладости или не знаю даже, что они там выберут. Шоколадку купил. Себе этот... этот купил. А Афоня, знаешь, у дедушки выбрал? Семечки. А дедушка ж только мечтал, что они же с бабушкой же скоро будут сидеть на этой... на лавочке семечки щелкать и пенсию ждать. Да, пенсию ждать. Да, он говорит, мне на карточку не надо, мне только чтобы почтальон приносил. Так, ну что, все в сборе поздравили дедушку? Вверх, для меня взялся палка. Да. Да. Так, в общем, что мы подарили? Что это за пакетик? Творница фирма. Такая вот какая-то интересная штука для подвязки винограда. Малины, в общем, всего с какой-то тут лентой интересной. Будем, в общем, пробовать. Вера, пошли кушать. Пошли кушать. Ох ты, у тебя что, новый стульчик, Заюнь? Ну, да. Ну, а где ты его берешь? А это Надя тебе дает. Я иду, Сержунь, сейчас я покажу, что подарили. Так. А вот это что такое, скобы и лента, а да? Это да, это лента, вы только повыше поднимите. А это да, то? Это лента. Это лента, а это скобы, да? Да, это скобы, да. А вот это сам агрегат, да? Да. Открывай, он легко открывает. Да, потом уже, потом, пусть папа сам. А ну покажи. Ух ты! Ага. Да, ну ты сюда лента заряжается, затягивается. Вот, вот. Надо почитать, да. Вот садись где хочешь, вон здесь, вот и здесь. А это что, вы же картошки нажарили? Да, да, я нажарила картошки. Держи мне. Мам, это... Сейчас, 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 мальчики мои. Ты будешь? Руки помой, пожалуйста, говорю. Да, ты прическу поменяй. Ничего, ничего. А огурчик, видишь, это для напала. Мама вставляет... Нет, ты их не вставляй даже. Да ты тут же эти... Не, ну я же специально сделала эти, думаю, вставить. Но Зоя была первее. Говорят, что а я. Не знаю. Марго, это куда? Не больше буду с вами дружить. А мы тебя... Сначала этого, по краю, четвертого. Где это началось? В каком-то... Вот это, есть вот дом? Крепость Деплера. Да, крепость Деплера. Там мы уже видели, это, сейчас просмотрели практически всю, это, где 60 где-то FPS, и когда компьютер захочет 30. Угу. Покажи мне, во что ты играешь, Афоня? Тебе нравится такой слоник, Афоня? Боже, Маргося, родня, тебе это не понравится. Выбирай мозаику. А чья это начала? Это моя. А на слушечках можно собирать эти мозаики? Как ну и собирай. Зоя, ты в чем хочешь походить? Тоже ну, мне только одна. Ночнушечку. Тоже. У меня пока только одна. Надо доставать другую, все в стирке. А где они? В стирке. Где они? Маргарита. Дочка, собирайте мозаику. Ты какая королева Рафаэлки, да? Королева ремня. Все, ты сказал девушке до свидания? Мама, пошли. Поехали. Девочки мои, до свидания. Зоенька. Зой. Зоя. Я тебя люблю. И я вас люблю. Завтра будем кадафироваться в садике. Да? Да. Селфиться? Да. И благодаря смешные лица. Все, девочки. До завтра. До завтра, девочки.
Я вас люблю. Пока.